Потеряевке привезли огнеупорный кирпич. Это она, у него машина. Да. Ну машину-то отремонтировали ему? Нет. Нет. А, сюда? На. Вы решили здесь, я думала в комнату. Давай. Ты перчатки одевай. Потом унесешь, клади здесь, заберет. Паша, клади здесь. Потом занесешь тут. У меня голуби. Надя же Васильевна зайти. Мир вам! О, кого я вижу! Ну, с приездом. Надя, ты тут обихотишь, накорми, напой. Да я тетя Таня обедала. Так, сколько, думаешь, пробудешь за воскресенье-то? Не-не, я сегодня нет, еду. А-а-а. Так, она... Надя, покажи, где это буска. Что? А, вот она здесь. Там моя кошка у нее, я боюсь, что она не выпустила. Где она? Да здесь сидела, уже убежала. Буска, где она, буска моя? Ну-ка. Ну-ка, выйди сюда, покажись. Ну-ка. Она спряталась. Она под кровать залезла, спряталась. Все, нету? Ну, нету. Ну, вы ее напугали. Буска. Здесь, там сидит, туда прыгает. Ну, ладно, везде тогда все. Везде находит. Везде. Хорошо. Ходит. Затаскивай кирпич, и дальше уже видно будет. Ага, слава Богу, спаси Христос. Все. Тут гости с Потеряевки, и Анна приехала. Сколько? Это сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 30 штук. 24? 30. 26? 30. Ага. Вот это да. 30, 26, а 4 она, оказывается, раньше унесла, увезла. Вот у меня голуби ходят. Но гули, да хорошие гули. Давайте, семечки надо, вот они любят как. У меня всегда семечки в кармане. Вот они где, гули. Вот он где. Вот вчера тут я с корнем вырвал. Если приедет Роман, машину поставить. Вот здесь можно поставить, заехать. Вот здесь вот яму, где вот черновато. Это вот такие вот вишни росли. Мы нынче спилили, они тут загнили. И здесь. Вот с этой стороны. Это для выхлапания ковров, которых у нас нету. И она вот так вот стояла поперек. Вот так вот. Вот здесь вот. Вот она яма, где вторая. Вторая. А я туда перенес ее так. Теперь она прямо в створ попала. Я развернул ее на ту. И здесь свободно можно заезжать. Она 5 метров длины и 2,20 ширины, как он сказал. Совершенно спокойно, свободно может машину поставить здесь. Вот здесь. Вот, прямо на под окнами. Так что эту территорию, тут у нас может заходить 14 машин. Ну, это пусть стоит. Там Глушковская. Не могу нарадоваться. Готовимся на примерно на 17 число. Воскресенье будет нынче в декабре. Ровно 20 лет, как совершили первую литургию здесь. Она была, первое богослужение 13 декабря 1997 года, а литургия 14 первый раз. О, трубу там размонтируют.
Голуби склевывают. Им не хватает глины или чего. Там у меня немного, 15 таких. Вот это вот 15 белых и 3 или 4 черных. Столько же в Потеряевке. Я там перенес в одну голубятню. Вот так. Ну, Татьяна везде успевает, помогает Надежде Васильевне. Все. Я закрою ворота, ладно. Молодец. Везде успевает помочь. Вот видишь, как тут. Это сын ее Паша. Вырос высокий ростом. Вот так. Это у нас вот береза.